Первенство России – одно из самых значимых соревнований в спортивном календаре шашистов Дворца детского творчества. Город представляли 7 саровчан. В Самарской области собралось более 350 спортсменов из 34 регионов. В возрастных категориях до 9, 11 и 14 лет играло от 50 до 70 человек. Отличная реакция и продуманные ходы помогли юным шашистам стать лучшими на первенстве России. Дарья Вахрушева стала чемпионкой в молниеносной программе. Девочка признается, что играть было тяжело, так как не обошлось без борьбы. Соперницы Дарьи были из Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Якутии. Мой секрет успеха – долгие тренировки и поддержка родителей. Они меня поддерживают, они мне говорят добрые слова. Я решаю позиции. Играю с другими игроками. Для Софии Дудник первенство России – первое соревнование такого серьезного уровня. Встреча с сильными игроками в молниеносной программе была непростым вызовом для юной шашистки. Пришлось собрать все силы в кулак, настроиться на игру и отбросить волнение в сторону. Для первого раза София показала высокий результат и тоже вошла в число золотых медалистов первенства. Там в игре были очень сильные соперники, они меня жали, а я пыталась выпутаться. Там была лишь одна КМСница. КМС – это кандидат в мастера спорта по шашкам. Она как раз, где я заняла первое место, у нас было одинаковое количество очков, и пошли коэффициенты. И как я победила лидера, поэтому у меня коэффициент был выше. Я заняла первое. А как раз КМСница заняла второе место. В основной классической программе на партию с каждым соперником давалось 30 минут. За каждый ход добавлялось по 30 секунд. В результате в классической программе на одну партию уходило около полутора часов. Спортсменкам было непросто, так как долгое время нужно было держать внимание и концентрацию на пределе. Но и здесь шашистки Дворца детского творчества вырвались на пьедестал и завоевали вдобавок к золотым еще и бронзовые медали. Обе девочки по результатам первенства России попадают в сборную, команду России. Ну, впереди ждем приглашения на первенство Европы и на первенство мира, к чему теперь мы будем готовиться. Хочу сказать большое спасибо всем участникам, которые приняли участие в соревнованиях, и поблагодарить и наших спортсменов, и особенно наших родителей. Чемпионок России педагог Олег Васенькин торжественно наградил дипломами. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.